Так, дорогие друзья, пытаемся дать мат. Я понимаю, что некоторых смущает, наверное, такой вид шахматной планеты, но менять было некогда. Да без разницы, если честно. Да ты опять играешь в шахматы? Не надо в шахматы, надо все менять. А, мы мат сейчас дадим. Нет, все, меняй все. Здесь все меняй. Отлично. Выигрывай пешку одну и меняй все. А как здесь время добавлять? Никак. Где пушта? О, нормально. Что ты сделал? Ладно, поехали. Рубрика экстрим. Я нифига не вижу. Я не могу, блин. Это жесть. Да сделай нормально. Я не могу, не успею. Это очень муторно на планете. Это там нужно нажать кнопку. Погоди, может все получится в этой партии. Ты во сам тебе веришь? Да. Да, и зрителям будет вообще замечательно видно. Это зато можно обмануть, сказать. Мол, ребята, все было. Все было, ребята. Так, ну чё там? Ты не видишь? Ну, херовенько. Кончит на C4 какой-то. Вилка. Вилка. Все, она сдалась. По-моему, а нет, она играет, то у меня глючит. Да она не будет сдаваться, понимаешь? Как ты вообще пат мог допустить? Не знаю, я идиот. Ты придурок, там такая позиция была выгодная. Как бы заставить его ладьи сменять, я не пойму. Да я тебе говорю, вот поэтому он самый печальный. Надо все поменять нахер. Вот сейчас ладья F3, F4 менял все. Тебе удобно? Сейчас я какой-нибудь линейный мат тут настрою, будет нормально. О, кстати, шансы. 5 секунд всего. Все, веди, неважно там, ферзи, не ферзи. Веди. Давай. Да нету. Победа. Король Б2 мат. А теперь... Ты должен увеличить экран, теперь как-то там будем. Есть такая опция. Смотри. Ага, нажми окна. Не, погоди, во-первых, надо показать, что-то случилось. Да. А как? Подожди. Тут как-то можно. Вот так, да? Вот так. Да, по умолчанию. Все, и всю партию в целом. Слышишь, как зрителям будет говно это смотреть, стрёмно. Мучиться. Давай всю партию в целом, да. Ну вот, ну в итоге получилось такой матч, здесь я начал паниковать, потому что ладьи не менялись. Ну, в итоге она залезла под линейный все-таки. Это было ничего неудачно. Времени было мало, но король успел туда, куда надо. Да, и причем по маленькой. Вот. Король Б2 мат. Да. Да, всем спасибо за внимание. Слушай, маленький.